Вот тебе закат красный. Завтра будет очень сильный ветер. Покраснело небо буквально за 3 минутки. Я тут чутка долбила жерлицу. Поворачиваюсь. Ух ты! И тут такой красный закат. Прямо кровяной. Так, ну вот Вальдемар трудится над второй жерлицей. Анькины жерлицы выдавливает. Да. Я тут немножко, минутки 3 осилила, но вообще, о, до первой воды добрался. Прямо совсем не поддается. Это хорошо, что снег еще отсюда ушел. Мы не смогли. Если тут был снег, ага, мы бы не нашли. Мы вообще не увидели. Никогда. Да, вот так приходишь на какое-нибудь озеро. У кого-то тоже так. Без палочек были поставлены, основную массу собрали. А потом получается тоже... Уехали, снег чуть-чуть или осел, или смело, и вот торчат такие железки. Ну, наши подписаны, так что, если кто нашел, звоните, будем забирать. С логотипами. Да, у нас с телефонами, с логотипами. Еще чуть-чуть. Давай, не расслабляйся. Да, слушай, краснота прямо даже уже за тебя отсвечивает. Вот работка тебе на вечер, да? Да. Но нет еще, не берется. Ну все, сейчас ком. Уха! Так, смотри, кто там. Есть тут кто-нибудь? Угу! О, и живет живой. Живой. Ага. Вообще сказка. Тут же никто ее не трогал. Да. Нету тут чуги. Не зашла она сюда. Поехали домой. Поехали домой, да. Самоубийца. Мать приехала, так что давайте домой. Ну, погнали. Фух, мне перчатки надо. Выключай. Живца надо забрать.